Погнали наших городских. Just old car. All right. Не, он уже все, он не на службе, ребята. Это так просто. Приобрел себе машинку. Так, ребят, мы приехали. Сейчас попытаемся зайти в бар, такой американский, в стиле Техаса. Ну, как мне друг объяснил, как там выглядит изнутри. Очень круто, мы хотим вам показать, отснять. Так что попробуем, но не забывая масочный режим, все время это действует. Так надоело. Ну ладно, поехали. Идем, идем. Сейчас я... Вот здесь такая вот тема. О, вот так. Поехали. Все, Леш, давай. Поехали. Время-то еще, наверное, 10 часов утра. Стейком натуральным таким, американским стейком. Прикольное заведение. А вечером здесь все, когда заполнено, музыка играет, все это кантри ковбойская, люди в шляпах, все как положено. Мне ж как птицы в клетке. До сих пор актуально. В церкви смрад и полумрак. Дияки курят ладан. Нет, и в церкви все.